Приветствую немножко по шизоидному расстройству добавлю. Но если такой ребенок, то он будет замкнутый в сам себе. Не думайте, что дело в вас, просто дело в нем. Ну, естественно, нужно обратиться к психиатру. Сейчас хочу рассмотреть посттравматическое расстройство личности. Почему оно может быть, какие симптомы. Лечение тоже у психиатра. Вообще все симптомы, вот я уже много раз говорила, здесь даже больше месяца, если повторяются, то это уже нужно звоночек такой включать, понимать, куда обращаться. Повторяющиеся, непроизвольные, навязчивые, тревожные воспоминания. То есть постоянно тревожные воспоминания в голове, бесперестанно. Повторяющиеся тревожные сны. То есть здесь может быть кошмары на тему событий, которые принесли вот это вот, да, расстройство. Так, пациент действует или ощущает себя так, как будто события происходят снова. Это может быть разные ощущения от флешбеков до полной потери осознания окружающей действительности. То есть он опять погружается в мыслях в эти события. Вообще это придумали после войны солдаты, вот в общем после этих таких стрессовых, да, ситуаций, травм. Это психотравма же, по сути, война. Ведь убивать все приходилось. И вот постоянно вот эти сцены войны и снятся, и они прямо представляют, прямо вот замирание. Даже я в фильме в каком-то смотрела, человек замирает, что-то ему напомнило, да, и ну, это я дальше про это, как про это поговорю, и все, он представляет, как там другу оторвало руку-ногу. В общем, не дай бог, там что еще, голову разорвало. Или сам, допустим, он убивал. Интенсивный психологический или физиологический дискомфорт при напоминании о травматическом событии, какие-то звуки или годовщина, ну вот о чем я вам, да, может какой-то запах, может какие-то разговоры, может годовщина этого события произошла у человека, вот о чем я сейчас сказала, он, вот давайте на войне, да, на примере, он опять погружается мыслями в это событие, то есть он полностью там все мысли, симптомы избегания. Значит, вот это я вам сказала, искажения какие происходят. Давайте уже симптомы избегания в следующей части, что ли, чтобы как-то было красивенько все.